Thank you.
Thank you.
Капитан! Спустить паруса! Ловим ветер! Все наверх! Отдать паруса! Груз с корабля, сэр! Фоке! А, капитан Кенуэй, ваш или мой корабль возьмем в этот раз? Я бы хотел сначала узнать детали. О, маленький комбит. Сей информант сказал, что на Галеоне поблизости есть нужное мне сокровище. В его же интересах не лгать. Вы продумали план? О, да. С его помощью мы добудем португальский флаг и подберемся к цели близко. Эта идея очень проста. Если выполните мои приказы в точности. Берем галку. Отлично. У нас недовес, Робертс. Каков наш план? Флагманский корабль перевозит в большом сундуке очень ценный груз. Хрустальные фиалы с кровью. Возможно, помните. Погоня за кровью?
И это все? Я попросил вас следовать моим инструкциям, капитан. Права задавать вопросы у вас нет. Да будьте фиалы в целости. В противном случае расстанемся врагами. Усвоили? Я рискну. Привести к ветру. Не узнаю ваш акцент, Робертс. Вы родились на Западе? Ровно так. Мой родной город — Литл Ньюкасл. Впервые слышу. Да, он мал. Стоило бы поставить доски на его окраинах. Добро пожаловать в Литл Ньюкасл. Всего вам доброго. Я сам из Суонси. О, огромный город, если сравнивать. Вот что нам надо, капитан. Видите тот корабль? С его флагом трюк бы удался. Коль удастся украсть флаг так, чтобы никто не заметил, украду. Постарайтесь. Комиссар Фалак. Que Deus o guarde e proteja, senhor. Como se encontra nesta noite tão formosa? Bem, bem, obrigado. Só de que passei por aqui, pronto, que estou todo bem. Bom, está tudo em ordem com este lado? Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarpar. Ah, e julgo que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita de um novo mastro. Há homens em terra, neste momento, em busca de uma árvore que sirva de tal propósito. Compõem a maior parte da nossa frota, senhor. Dos nossos 42 navios, diria que mais de 2/3 são embarcações mercantis. Sim, senhor, exatamente. Daí as nossas precauções. Com tantos piratas nestas águas, esta frota necessita de bastante proteção. Não é uma tarefa leve guardar quase 3 dúzias de navios. Peço perdão, senhor, mas não estou a reconhecer o seu navio. Nem sequer transporta a bandeira do rei. Ah! Excelente trabalho, senhor!
флаг у вас? Ага, как раз вешаю. Наше дело выгорит. Ставь паруса. Не так близко. Помедленней. Да, от цепких глаз этот флаг нас надолго не защитит. Por favor, senhor, imploro que considere aquilo que está prestes a fazer. Não é possível. O que ele está escolhendo? Ele não escolhe. Ele está em bastorge. Вперед! Они что-то сгружают с того корабля. Может, это наш приз? Вам бы сойти на берег, капитан Пен. Найти сундук. Если там окажется мой приз, жду вас. Скажем им, что у нас на борту чума. Пусть обходят стороной, кто их ждет смерть. Sobre um espanhol que foi visitar o nosso almirante. Cá para mim, era uma traição. Sim, ouvi dizer que se chamava Torres. Tempos estranhos estes em que um espanhol pode andar a passear pelo convés de um dos nossos barcos.
sozinhos. На берег вытащен сундук с пустыми фиалами. Где наш португальский капитан? Он нам уже без надобности. Где он? Спит себе спокойно на дне моря. Скольких еще убьем за этот приз? Всех, кто попадется нам на пути. Отдатели селя. Убавь паруса. Паруса спустить. Все. Ведь парус. Привести к ветру. Убавь паруса. Отдать леселя. Наше сокровище на борту галеона. Может, захватишь его и сэкономишь время? Да, я бы так и сделал. Я подведу галку ближе, но осторожно, там вахтенные. Ты прав. Я разберусь с ними.
Esta é uma bela noite. E têm sido raras este mês.
tripulação do Estibórdio que está a fazer o tour nesta noite? Ou foste tu onde? Por Deus! Passa aqui! Нас заметили, но не сразу. По местам! Вставай к пушкам! Все до одного! По вашей команде! Пусть этот зверь зарычит! Поймаем ветер! Пли! Дима! Стоим надежно? К бою готов, сэр! Приготовиться! Возьмите свое, парни! Столкновение! Влияют! Thank you.
по ветру! Отдать груз! Моя добыча! Тамплиеры времени не теряют. Кровь Лауренса Принца. Ни к чему. Вудс Роджерс, Бен Харнигал, даже Торрес. Всего по капле для особых целей. Отведите меня в обсерваторию. Хочу знать, что это. Зачем это, а? Хотите меня обмануть? Или работать вместе для общего блага? Хочу улучшить свой удел. Какие глупости. Короткая, но веселая жизнь. Вот мой девиз. Для меня все просто. Взгляните, капитан. Вы заслужили. Чувствуешь, Аде? Мы совсем рядом с величайшим призом. Я чувствую только ветер в ушах, капитан. Перестань. Этого сокровища нам хватит на всю жизнь. На 10 жизней. Как скажешь. Эгей, Робертс. Встретимся на берегу. За вами следили, капитан Кенуэй? Интересно, долго ли? Хорнигол! Сжечь этого предателя. Разберитесь со своим старым другом, пока я не пожалел, что пошел на это. Капитан, подумай, правильно ли ты поступаешь? Хватит тебе ворчать, Аде! Капитан Хорниголд хочет нас убить! Предатель должен умереть. Но что потом? Уверен, что заслужил обсерваторию больше, чем он и его тамплиеры? Нет, вовсе нет, но что остается? Если есть другие идеи, так не молчи! Забудь о Робертсе. Скажи ассасинам, пусть придут и защитят это место. Ага, пусть придут. Обойдется им это в кругленькую сумму. Если Хорнигол заведет нас дальше в туман, битва будет сложной. Мы около хребта дьявола. Да, El Espinazo del Diablo, как говорят испанцы. Подходящая дистанция! Блин! Бой готов, сэр! Удачная позиция! Пушки готовы! За нами корабль, сэр! Фрегат! Чертов королевский флот! Только один, Кэп! С акулами!
Убавляй от ветра! Крепче найдут! Быстрее! Живей! Главная добыча. Поймать ветер! Уже близко, капитан. Блин! Зал! Ждем приказа! Все паруса! Бой готов, сэр! Поможет! Только скажите! Все! Готов, все! Спусти попрок себя и Марселя! Thank you.
Отличный приз!
скоро вернусь. Come on.
You! Stop there! Stop where you are! Подлец! Я знаю его натуру! Ты мог бы бороться за нечто истинное, но выбрал путь убийцы. И искупить свои грехи тебе нечем. Зато мои руки чисты, Бен. Чертов Иуда, поставивший себя выше друзей. Но так и есть. Что ты делал после Насао? Только убивал и калечил? Ты служишь тем, кого мы всегда ненавидели! Нет! Эти тамплиеры другие, жаль тебе не понять. Если продолжишь в том же духе, вскоре останешься в одиночестве. И придешь к виселице. Может быть. Но одной змеей в мире стало меньше. Этого довольно. Oh.
Запаха нет, черт его дай. Шакарена, скрипа! Так, еще один камень. Какая удача! Заплати, я их остужу. You'll want nothing but can be found here, sir. Thank you.
have my thanks. Надо исчезнуть, а?